В обстановке всенародного политического и трудового подъема страна Советов отметила 60-летие Великого Октября, этого главного события нашей эпохи, от которого часы истории начали отсчет времени новой эры, эры торжества социализма. В Большом Кремлевском дворце открылся 5-й съезд художников СССР. В отчетном докладе председатель правления Союза художников СССР Николай Афанасьевич Пономарев сказал: «Ярко раскрывается сейчас величие нашей страны в повседневном трудовом героизме советских людей. Сегодняшнее свершение есть прямое продолжение дела Октября, это есть практическое воплощение идей великого Ленина», сказал товарищ Леонид Ильич Брежнев. Мастера советского изобразительного искусства вместе со всеми деятелями советской культуры призваны страстно пропагандировать и утверждать величайшие достижения эпохи развитого социализма, высокие гуманистические идеалы коммунизма. Многие делегаты съезда – участники Всесоюзной художественной юбилейной выставки «По Ленинскому пути». Двум историческим вехам – году 17-му и году 77-му – посвятили Борис Успенский и Олег Савастюк два панно, оформляющих «Водный зал». Рождение новой социалистической эпохи неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина. И сегодня принятием новой Конституции СССР, в создании которой принимал участие весь советский народ, ознаменованы наши исторические победы. Новой советской Конституции посвятил свою скульптурную композицию Михаил Бабурин. И мы с вами находимся сейчас в зале, который посвящен революции и гражданской войны. И для нас эта историческая тема в произведении художников возникает как легенда, эпос, сказание, воспоминания о тех героических днях. И вот подобное решение характерно для работы Дудника в триптих 1917 год. Образ Владимира Ильича Ленина, вождя нашего народа, вдохновителя революции, неразрывно связан с этой замечательной темой. Мыслью о мире, устремленностью к светлому будущему проникнуты произведения о гражданской войне. Известные художники и братья Ткачевы рассказывают о коротком отдыхе между боями, отданном уроком грамоты. Герой картины Гелия Коржева – солдат-воятель. Герой социалистического труда Дмитрий Налбандян написал картину «Выступление Ленина в Москве на заводе АМО» в 18 году. Прославленной Ленинской гвардии Феликсу Дзержинскому и Климу Ворошилову, Якову Свердлову и Серго Орджоникидзе, Леониду Красину, Ивану Бабушкину, Степану Шаумяну посвящают свои работы графики и скульпторы. В самом большом центральном выставочном зале столицы около 2000 лучших произведений всех видов изобразительного искусства. Они созданы художниками нашей многонациональной страны за последние 3 года. О гигантских стройках, поражающих высоким уровнем техники, о могучей индустрии нашей Родины рассказывают многие полотна выставки. В картине эстонского живописца Эвальда Окаса ощутимы ритмы грандиозного строительства. Связь науки и производства – тема произведений многих графиков.
канун 60-летия атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса. Этот мирный подвиг нашел отражение в акварели Дмитрия Надеждина. Человек и земля. Это извечная тема искусства у советских мастеров живописи получила новое звучание. Радостен труд, возвеличивающий человека. Более 30 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но и сегодня эта тема продолжает волновать многих художников. Эпическое полотно белорусского живописца Виктора Громыка «Песня о моем отряде». «Женщины 40-х годов» – так назвал свою работу Рифат Баторшин. Графический реквием «Вечно живые» литовского художника Стасиса Красаускаса. «Надежда, вера в победу» никогда не оставляла людей. Этой сплотившей всех мечтой о мирном небе была наполнена их жизнь. И победа пришла. Советский человек – главный герой нашего искусства. Академик Королёв и Юрий Гагарин. Писатель Чингис Айтматов. Мастер Борейко из отряда «Московский комсомолец» на БАМе. Молдавский свекловод Чуперка. Рабочий Атабов. Член Президиума Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Ткачиха Пухова. Народная артистка СССР Ниеле Амбразайтити. Профессор-хирург Савельев. Живописец Гудин. В поисках своих героев молодые художники ездят по стране. Они побывали на стройках 10-й пятилетки. Удалось побывать после этого на многих стройках страны нашей. И на Рожках, где вот мы с тобой были. 4 раза я был с 74-го года на БАМе. И совсем недавно вот я вернулся с Беркакита и встретил в районе Тынды изыскателей ленинградцев и встретил нашего общего знакомого, с которым мы подружились, главного геолога, помните? Он, да, Валя Солоненко. Да, да, Валентин Солоненко. Очень много хорошего говорил о себе. Ты, может быть, в Москве, ну, видишь так, ты знаешь, что вот молодые там парни работают и девушки работают на предприятии, но с ними как-то контакты меньше, чем вот когда ты выезжаешь вот на эстрадную. Например, вот мы сейчас ездили с Валерой Грызловым на БАМ, встречались очень с интересными товарищами и поработали хорошо.
Кстати, мы там сотрудничали в местной газете. «Путь октября» она называлась. Эта газета, она в Казачинске выпускается. Им было очень приятно. В газете вдруг появляется рисунок, там, допустим, вот я помню, Давгаль, потом там... Да, Бузелис такой здоровый парень. Известный парень, ну, по-моему, сейчас уже там и орденоносец какой-то был, да, передовик очень крупный. Они все имеют. Вот. В общем, вас послушать, это просто судьбы людей рассуждены буквально на ваших глазах. Я узнал на БАМе, что моему герою Владимиру Новику присуждена самая высокая награда – Героя социалистического труда. На этой выставке у меня три рисунка и бригада Кударя, комсомольская молодежная бригада из Беркакита, очень прославленная бригада плотников, которых я очень полюбил. Меня привлекает именно масштаб тех строек, на которых я бываю. И преломляя свои впечатления именно через себя, я выношу это в творчество. БАМ обретает свой быт. Эти люди – подлинные покорители суровой таежной природы. Наша действительность многолика, многообразна. С выставкой ежедневно знакомилось около 3000 человек. По просьбе посетителей ее дважды продлевали. Обмениваясь впечатлениями, зрители открывали для себя новое, неизведанное. Порой возникали целые дискуссии. Ну, летний пейзаж привлекает очень своим содержанием. Переливаются цвета радужные. Вот глубокомыслие этой девушки, которая сидит, не то отдыхает, не то больше всего, похоже, что она задумалась. Главное, жизненность в этой картине. Ну, с моей точки зрения, скажу, вот решение с лошадью с левой части холста, оно, по-моему, не очень, так сказать, помогает цельному холсту, вот именно единству холста. Тут получается чуть ли не два сюжета. Портрет девушки и тема с лошадью. Вот это какая-то неувязка, что ли. Интересно было услышать латышской художнице Джеми Скулми мнение о своей картине «Песня». Усложненность, новые пластические и содержательные аспекты, характерные для живописи 70-х годов. Болгарские гости заинтересовались работой художника Олега Филатчева. Сначала бросается в глаза какая-то необычность образов. Потом распознаешь тонкий духовный мир каждого героя. Их лица словно озарены. Да, просто в некую озаренность от персонажей. Да. И... Очевидно, такая манера характерна для этого художника. Скульпторы, члены Академии художеств СССР, создали портретную галерею современников. Михаил Андреевич Суслов, работа лауреата Ленинской премии Кибальникова. Алексей Николаевич Косыгин, скульптура Героя социалистического труда Томского. Андрей Павлович Кириленко и Юрий Гагарин, портреты лауреата Ленинской премии Кербеля. В новой работе известной украинской художницы Татьяны Яблонской «Лен» отражен поиск обобщенного образа человека труда.
работы. Какие интересные. Это Пименова, да? Да, это Пименова. Все о Москве написано. Давай. Да, вся стена. А вы не москвич случайно? Нет, я приехал из Кустаная. На выставку специально? Да, специально посмотреть выставку. А я из Тульской области тоже на выставку специально. Это интересно, так вот, две дороги, как разные, показаны, два времени. Довоенное или послевоенное время, современное. Сразу видно, что это лес знаков дорожных. Мне очень понравилась эта композиция. Я первый раз вижу. Девушка вот ожидает своего, может, возлюбленного, или первый раз встреча у них состоится. Напряженная такая. Чувствуется, сейчас она убежит куда-то и спрячется. У картины из детства, лауреата Ленинской премии Моисеенко, произошла встреча автора со зрителями. Тема вот этой вещи моей, она в известной мере автобиографична. Это биография людей моего поколения, которые, ну, вышли из деревни. Это тот мир, с которым расстался я и многие другие. И поэтому вот строй сам, пластический, что ли, этой вещи, он строится из светлого забора, ворот, на фоне которого уходит мальчишка, а это остается там, в его памяти, понимаете, остается в той среде, которая, собственно, на этом и замкнулась. А для этого человека начинается новая биография, новая жизнь и новая среда. И память об этом, она меня всегда тревожит. Детство, как бы оно трудным ни было, оно всегда восхитительно. Это тот мир, который снится часто, который является самым красивым миром человека. Пожалуйста, вот скажите, это гражданская война? Ну, время гражданской войны, 20-е годы. Действительно, а что самое главное для художника? Мне кажется, самое ценное у художника – это неравнодушие. Неравнодушие и человеческие качества, которые, по-моему, человеческие нравственные качества, которые дают ему силу понимать значение своей профессии. Представление любви к земле, к родине, совести, добру. Немало вопросов было задано и Андрею Андреевичу Мыльникову в канун 60-летия советской власти, удостоенного государственной премии СССР. Скажите, пожалуйста, о вашей мастерской. У меня есть мастерская творческая, куда принимаются художники, отлично окончившие институт. Они работают над монументальными вещами. Сейчас только закончено вот такими художниками, которые у меня занимаются, или вернее вместе со мной работают, Ураловым, Фоминым и Репиным, две больших мозаики для Ленинградского памятника Победы. Андрей Андреевич, мы вас знаем как большого мастера-монументалиста, живописца. Но хотелось бы узнать, какое место в вашем творчестве занимает пейзаж, который представлен на этой всесоюзной выставке. Будьте любезны, если можете сказать об этом. С удовольствием. Но я думаю, что для каждого художника пейзаж всегда является тем жанром, который сопутствует все время, всю жизнь. И в то время, когда пишется какая-то картина, даже если она не связана с пейзажем, этот пейзаж всегда присутствует в работе художника. Потом нельзя не удивляться тем красотам, которые разворачиваются перед каждым человеком, который живет у нас, в нашей широкой родине. А здесь представлено много очень интересных пейзажей, не только русских, но и пейзажей разных республик. Вот со мной здесь стоит мой дорогой друг Оник Зардарян, у которого тоже пейзаж Армении. Здесь представлены пейзажи почти всех республик. Они, конечно, рассказывают о тех красотах, которые имеет наша страна. Мне кажется, пейзажи эти написаны в разных манерах, но наполнены какой-то поэтической нотой, поэтическим содержанием.
Безгранична фантазия наших художников декоративно-прикладного искусства. Они работают над тем, чтобы наш быт стал еще лучше, краше. Художественное стекло, изготовленное на отечественных заводах Ломоносовском, Гусь-Хрустальном и других, сегодня успешно завоевывает первые места на международных выставках. Сульфидное стекло Дмитрия и Людмилы Шушкановых – вершина профессионального мастерства. Богата коллекция фарфора. В ней отражены и устоявшиеся традиции, и новаторские поиски. Советский фарфор с надлазурной росписью сейчас известен и признан во всем мире. Неотъемлемой частью декоративного ансамбля общественного интерьера стали гобелены. Шерсть, джут, бичева – любой материал используется художниками для их создания. Гармоничная жизнь советского человека – неиссякаемый источник тем и сюжетов художников. Дети и мир. Эти понятия неотделимы. Всему прогрессивному человечеству хорошо известны имена лауреатов Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами Фиделя Кастро, Сальвадора Альенде, Луиса Карвалана. Мирная политика, заложенная гением Ленина, стала основой политических принципов Леонида Ильича Брежнева, пламенного борца за мир, свободу и независимость, отдающего весь свой политический опыт и авторитет делу мира, делу международной безопасности. Этот скульптурный портрет Леонида Ильича Брежнева создан известным мастером-монументалистом, заслуженным художником РСФСР Юлианом Митрофановичем Рукавишниковым. Для выставки, посвященной 60-летию Октябрьской революции, мною был выполнен портрет Леонида Ильича Брежнева в полированном мраморе. Как всегда, было много сомнений и поисков как в отношении композиционного решения, так и образного решения. Хотелось в этой работе все подчинить портрету. А портрет сделать не просто похожим, а создать образ государственного деятеля, борца за мир, в котором сочетается человечность с твердой волей. В настоящее время я работаю над
памятником освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в соавторстве с архитектором Николаем Миловидовым и скульптором Ангелиной Филипповой. Монументальное искусство стало неотъемлемой частью облика современных городов и сел. Оно завоевало интерьеры общественных сооружений и запечатлело наиболее важные события нашей эпохи за прошедшие 60 лет. Эти монументы служат подтверждением неразрывной связи нашего изобразительного искусства и жизни. Монументальное искусство увековечивает сегодняшний день, смело устремленный в будущее.